говорю угол, дверной косяк. И многие дети не могут спуститься двумя ногами по лестнице. Это попеременно. Я всегда говорю, готовность ребенка к школе часто определяется, насколько он способен координированно двигаться, спускаться двумя ногами, не приставным шагом, а двумя ногами по лестнице. Простой такой тест, но многие дети, шестилетки, к сожалению, его не проходят. Спонтанность и упорядоченность. Игра – это правило. Часто дети не могут соблюдать правила. И вот иногда нам нужно научить их соблюдать правила. Научить их проигрывать, научить их спонтанно принимать решения. И, в общем-то, продуманные решения. Вот о чем игра. Общение тоже. Мы, знаете, много говорим о социализации, но игра – это не только, это и общение, и умение играть в одиночестве. Ведь это тоже очень полезный навык. Далее. Мы немного презентацию подарю любому, кто ее пожелает получить, чтобы вы могли почитать. Я просто хочу больше внимания уделить игре. В игре мы учимся и развиваемся. И вот эту часть мы сегодня особо попробуем четко уловить. Ну и игра непосредственно приносит удовольствие. Недавно Спиваковский есть такой у нас лицей-грант, вы знаете, да? Он говорил, что может заменить нам в школе радость. Какой есть инструмент, который приносит ребенку еще и радость? Вот я его как раз написала, игра приносит ребенку радость. Но игра может быть обучающей. Поэтому мы сегодня, вот сначала мы начнем с игры для знакомства. Всегда нам нужна какая-то запускающий механизм, который мы, наверное, не все успеем в нее поиграть, но мы попробуем. Вы увидите, как легко познакомиться в круге при помощи игры. Вот, смотрите, это игра для первичного круга, игра шеринг и игра знакомства. Так, что вот. Называется «Найти топ-клуб». Кто-то знает такую игру? Так, каждый из вас, вот сейчас, кто тут ближе ко мне, будет получать карточку и делает то, что на ней изображено. Вот карточка, на ней изображено. Что нужно сделать? Моргнуть. Вы берете и моргаете. Да. Следующая карточка вам. Что тут нужно сделать? Топнуть. Но вы должны сделать то, что делает. Повторить и моргнули, топнули. Дальше. Так. Пожалуйста. Нет, моргнуть. Так. Пожалуйста. Моргнули. Что мы развиваем? Память развиваем, знакомимся. Но эта игра еще чем необычная. Тут есть еще одна интересная штука. Мы иногда чего-то стесняемся, да, у нас есть неприятный. Но в этой игре есть то, чего мы стесняемся. Возьмите, да. Спасибо. Это можно имитировать, да? Ну вообще все должны знать. И смотрите, как мы делаем. Давайте я попробую. Моргнули. Топнула. Язык показала. Топнула. И пукнула. Да. Вот так. И вот мы идем, да? Нам иногда очень сложно быть. Вот знаете, вот это вот в сети была такая проблема. В купальнике кто-то там сфотографировался. Мы все естественные. И когда мы говорим, что мы естественные, мы позволяем всем детям и тем детям, которые имеют особые освітні потреби, быть тоже естественными. Да, кто-то может быть очень стесняться того, как он выглядит. Но когда мы в такую игру играем, мы убираем вот этот момент стеснения. Понимаете? Это очень важный психологический феномен. Игра разработана одной из лучших компаний. И если она употребила здесь вот такой вот момент, и вот так вот мы можем сделать шеринг. Мы можем сначала и убрать эту карточку из этой игры, но потом добавить. Это будет очень весело, очень завораживающе. И вот точно все запомнят, что это было, кто что сделал. Правда? Вот такая интересная. И мы перестаем стесняться, потому что это очень, ну, естественно.
игра продается в будинке игрушек. Если вдруг кого интересует, где что брать. Так, где ты уже? Ага. Все, поехали дальше. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, видите, какие у нас карточки. Да. Вот такие. 8 разных действий. Мяукнуть там есть, чирикнуть. Дальше. Вот теперь пошли. Игра номер один. Игра на внимательность, игра на скорость и реакцию, помогает ориентации в пространстве. В дальнейшем на листе. У нас самая большая проблема сориентироваться детям на листе. Отсчитать три клеточки оттуда и отсюда, это для нас большая проблема. Вот для этого нам нужно развивать моторные навыки и координацию. Мы сегодня говорили о том, как нам нужна координация. Опа, берем игру. Вот она, я взяла запасных. Кто будет играть? Освобождаем немножко места. Освобождаем, да. Да. Каждый берет набор ведер. Сейчас, сейчас еще дам секунду. Да, наша игра называется Шведерция. Это аналог быстрые колпачки. Вот такая, быстрые колпачки. У нас есть, кто еще играет, я взяла 8, чтобы вы могли все попробовать, кто рядышком. У нас есть, берите, берите, давайте присоединяйтесь. Марина, вы хотите к нам? Давайте, двигайтесь. У всех есть? Смотрите, в чем заключается, молодцы, правильно, раз, открытий, давайте, вам надо туда. Смотрите, ориентация в пространстве, понимание право-лево нам очень полезно. Я вам показываю карточку, кто первый сложит в таком виде наши ведерки, быстренько нажимает на звоночек и получает карточку. У кого больше карточек, тот выиграл. Поехали. Нет, вот, потому что они вертикальные. Да, видите, пожалуйста. Так, следующая. Вот такая. Да? Успела раньше вас, но вы практически так. Да, 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 вот так. Дальше. Какая быстрая. Дальше. Таких карточек есть много, есть их много в интернете. Есть брать пробки из бутылок. Нет, я вам расскажу, что будем брать. Нам же не зря подарили. Вы понимаете, у вас у каждого ребенка уже есть такой набор. Более того, эти карточки вы можете даже сами рисовать в любом порядке. Понятно? Да, просто вы должны определиться, ну, с цветами. Если у нас есть такой набор, пожалуйста, можно их сделать, ну, квадратные. Любой набор из Лего Дупла поможет вам играть в эту игру. Дальше, это еще не все, потому что эта игра... Не, мы еще попробуем. Это есть усложненный вариант, продается, вот видите, Шведерция. В обычном нашем любом АТВ продается вот такой Speed Colors. То же самое. И тут тоже есть карточки. Только уже сложнее. А давайте попробуем в эти. Ну, давайте в эти. Да? Смотрите, какая. Да, видите? Усложняется задача. Я покажу. Сейчас, можно? Да. Смотрите, видите, эти карточки усложняются. Одно в другое. Половина стопочка, половина. Видите? Да, да, вот на, вы попробуйте. Желтый, красный, синий.
только когда мы их вот таким образом развиваем. Отключаем. Да. Еще можно сканировать и на проекторе даже. Да, вот они вот, видите, пожалуйста, можно их показывать на проекторе, вы их можете рисовать сами и так далее. Все, собираем, чтобы мы... Да. Вообще, да, быстрые цвета, это ВТБ. Единственное, что вот эти очень удобные, или эти удобные. Да, они, во-первых, видите, как вам даже иногда, ну, не просто это все сделать так быстро. Так складываем, потому что у нас следующая игра нас ждет. Там замочек. Эти карточки. А рекомендованная длительность игры, вот как вы, оптимально, сколько? Смотрите, мы должны понимать, дети устали, все. Вообще, смотрите, очень интересно, дети, когда устали, это легко понять, они меняют правила. Вдруг дети начинают менять правила. Все, вы поняли, они устали. А давайте по-другому играть. Вы поняли, дети устали. Это одна из лучших способов понять, что дети устали. Они начинают, ой, давайте вот так, а теперь не так, а вот так, а Петя играет так. Начинают жаловаться друг на друга и менять правила. Это продается, есть такой сайт Игромаг. На мою фамилию можно получить 15% скидку. Да, фамилия вот моей визитной карточки, вы возьмете. Поехали дальше. Следующая игра – разминка. Это не игра, мы просто разомнемся. И я вам покажу, почему это одна из самых важных игр. Называется игра «Попробуй повтори», издательство «Генезис». Стоит неимоверные деньги, 500 гривен. Да. Но мне кажется, что, в принципе, можно изобрести любые упражнения. Давайте пробовать. Смотрите, как мы делаем обычно зарядку. Мы делаем зарядку так, 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 так. Не подходит. Это для мозга. Зарядка для мозга должна выглядеть иначе. Мы должны делать разные движения разными руками. А еще более утончим движение. Давайте попробуем. Все положили ручки или на коленки, или на стол кто. И делаем так, как делаю я. Зеркально. А теперь так. А теперь так. А теперь так, а теперь так, а теперь так. Нет, нет, давайте. Переключаемся, переключаемся. А теперь так. Нет, это ручка. Вот меня, это на меня. Смотрим внимательно. Оп, 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 оп. А мозг заработал? Все чувствуют, как наш мозг заработал? А теперь усложняем задачу. А как у меня тренированный, да, мозг? А я с детками тренируюсь. Пожалуйста, раз, 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 раз. Попробуйте. Разворотик, разворотик. Не забываем разворот. Вот так. Есть еще целые упражнения. Мы можем их делать проще или сложнее. Одно из самых сложных упражнений. Покажу вам. Видите, нам повезло, у нас есть стенка. Смотрите. Правая рука, правая нога. Левая рука, левая нога. Правая рука, правая нога. Левая рука, левая нога. Если я перестану это говорить, я сама не смогу сделать. Кто попробует? Пожалуйста. Попробуйте, давайте. Да. Это одно из самых непростых упражнений. Можно в любую сторону идти, да? В любую. В принципе, да? Если ну, пробуйте. Говорить. Не, пробуйте. О, видите, вы одновременно. Ну, в общем, да. 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 Или про себя. Да. Не, видите, опа, две было. Ага. Ну, ну да, ничего. Да. Вот. Первоначально. Этих игр огромное количество. Мы делали прыгать ножки. Прыгаем так, прыгаем так, прыгаем так, прыгаем так. Если надо, все покажу, как это делается. Это очень много подобных упражнений. Вот видите, класс устал. Сделали, попробуй повтори. Вот я так сами научимся, это тоже очень. Вот смотрите, вот. Оп, оп, оп. Очень много таких. Очень много таких упражнений. Поехали дальше. Где можно их потом будет увидеть, чтобы выучить? Да, презентацию всем подарю. Если надо, даже карточки могу вам подсказать. Ну, это очень важно, очень полезно. Игра на внимательность. Игра номер два. Одна из моих самых любимых игр. Развивает память. И все. Кто знает игру Добл? Вот, чудесно. Как у нас много.
Игра Дубл. Рассказываю быстро правила и быстро играем. Значит, у нас есть на карточке 8 картинок. 8 картинок. Здесь динозавр, соска, бутылка с соской, часы, солнце, капля, восклицательный знак, молния и вот этот знак Дубл или рука. Каждый получает карточку. На каждой карточке есть одно что-то общее. Вот смотрите, здесь вот и у этой карточки что общее? Солнышко. Встали немножко, можно подойти. Солнышко, видите, вот тут да, и да, тут. Да. Берем любые две карточки. Что тут общего? Извините. Вы дергаете руками. Извините. Якорь. Якорь. Видите, как сложно? И теперь представьте, у каждого есть эта карточка. Можно подходить, смотреть. Каждый взял карточку. Да. Так, и смотрите, теперь смотрите, я выкладываю карточку. Кто первый? Нет, вы себе, это ваше, нет, положили перед собой, не спрячем. Все видят карточку, не прячем, положили. Я выкладываю карточку. Кто первый назвал, что у него совпадает с моей карточкой, тот карточку забирает. У кого больше карточек, тот выиграл. Поехали. Птичка. Птичка, где вы? Сыр. Это не птичка. Луна. Луна была. Птички тут у меня не было. Дерево. Пожалуйста. Очки. А, нет. Нет у вас очков. Бутылка. Пожалуйста, да. Молоток. Часы, якорь. Молоток был. Морковка. Нет, вы теперь с верхней сравниваете. С верхней, с верхней. Это теперь кладете на верхнюю. Вот тут очень важно. Дальше. Сердечко. Сердечко верхнее теперь ваше. Замок. Молоток. Ага, ну вы появились. Да. У меня знак подвесил. Это кирпич. Вот видите, у нас вдруг не хватает слов. Я чудесно играла в эту игру с мальчиком с заиканием. Он практически прекращал заикаться. Вы можете себе представить? Вот до такой степени сосредотачиваемся. Понимаете, тут тоже мозг включается, потому что нам для того, чтобы эта игра состоялась, нужно очень внимательно сосредоточиться. Заикание проходило. Все, поехали дальше. Игра очень хорошая, называется Дубл. У нее есть аналоги разные. Она тоже в будинку играет? Нет, это игра, вот на игромаге есть. Игромаг? Это сайт. У них в Киеве на Франка 12 магазин. Есть, куда можно зайти. Ну, я, по идее, ее можно просто загуглить и посмотреть, где есть игра Дубл. Вот есть такие карточки Дубл. Есть вот такие. Они разные есть, на разный возраст. Более сложные. То есть второй момент очень важный. В эту игру можно играть на любых языках. Пополняя словарный запас. Например, вот видите раньше, да? Там есть животные. Мы играем с детьми, называем животных. Мы можем, вон, есть, видите, Double Beach и Kids. Вот, там есть тоже животные разные, рыбки и так далее. Следующая игра, поехали. Это вообще обожаю. Вообще обожаю. Это игра, первая игра на комбинаторику. Называется она «Барабашка». Комбинаторика – самая любимая моя, скажем, специальность. У нас есть 5 предметов. Первый предмет – это серая мышь. Второй предмет – это зеленая бутылка. Третий предмет – это белая, называйте, барабашка. Это красное кресло и синяя книга. И у нас есть 50 с чем-то, я уже не помню, карточек. Тоже, ну, у кого больше карточек, тот победил. Что мы делаем с этими карточками? Я показываю вам карточку. И вы хватаете со стола первое, что полностью соответствует этому. Да, да, серая мышь. Все. Это не метод. Ну, хвост давайте упустим. Серая мышь. Хватайте, ваша мышь. Все, вы за мышь получаете карточку. Поехали, кладите. Да, возвращайте на место. Чтобы все дотянулись. Дальше. Дальше.
Ок, не, ну она, смотрите, она такие сегодня... Ну да, нет, кресло возвращаем. Теперь смотрите, вот теперь самое интересное. Почему эта игра на комбинаторику? Бутылка синяя. Это обе, два предмета. Один. Зеленая бутылка. Бутылка зеленая. Кресло надо взять, потому что там нет цвета и этой фигуры. Все, мы берем то, чего нет. То, чего нет. Берите, красное кресло ваше, ваша карточка. Вы молодец. Нет, понимаете, мы, если не, есть то, что есть, то есть то, чего нет ни в каком изображении. Пожалуйста, ваше. Дальше. Ну, это просто... Зеленая бутылка, ставьте бутылку. Да? Нет. Да, Мартон, это я уже, видите, за это заработалась. Поехали. Нет, потому что мышь не серая книга, не белая, белая не книга. Понятно? Включаемся? Зеленая. Синяя, зеленая. Барабашка есть тут. Это барабашка. Мышка, правильно. Как включаться? Сложно, да? Очень просто. Синяя книга. Вы чересчур уже. О, все, молодец. Синяя книга тут же есть. И вот это надо переключаться. Представляете, постоянно мы переключаемся. Игра барабашка. Нам кажется, вы самая умная. Да ладно? Дети больше не взрослых всегда. Да, дети, а вы всегда, вы взрослых. Это чудесная игра, дети ее очень любят. Играется она очень быстро, как вы понимаете. Стоит, вообще, вот этот маленький ящичек стоит очень дорого. Мы уже поняли. Как вы поняли, да, поэтому я их... Сейчас я вам еще одну игру тоже относится там. Покажу таких. Все. Это мы пока кладем. В интернете есть мастерицы, которые делают аналоги этих фигур раза в два дешевле. Они немножко отличаются, но они очень достойны. Ну, как бы, есть. Я могу рассказать потом, где. Да, мы потом пообщаемся, это без проблем. Теперь у меня самая есть интересная игра, которая вот отлично работает с детьми с дислексией, тем, которым очень сложно писать и читать. Но мы их должны учить говорить. Да, это очень важно. И вообще речевики, знаете, вот есть такая целая колонна детей речевиков. Есть такой вот у нас, называется это кубики истории. Рори был такой вот человек, он придумал эту. Они раньше и на тренингах использовались. Вот такая штука. Смотрите, мы открываем. Все так красивенько на магнитике. Вот. У нас есть тут кубики. Кубики. А, вот это кубики относятся к фантазии, да? Но у нас есть огромное количество этих кубиков. Они очень приятные. Мы берем 9 кубиков. 9. О, видите, прям не глядя взяла 9. Бросаем их. Давайте вот мои бросим. И сейчас быстро придумаем историю. Смотрите, это рыба, горы. Дерево, огонь. Смотрите, на синих кубиках у нас действие. Здесь кушает, видите, он кушает. Вы можете подойти посмотреть, кому не видно. Прыгает мяч, режут ножницы, смотрит вдаль человек. И что же это у нас? Это какой-то ящик. Давайте придумаем историю про Эдкэмп. Не просто так. Один человек. Вот, взял ящик с собой своего багажа знаний. Вот, обошел дерево, прошел зеленые горы, съел рыбу по дороге, поджарил эту рыбу. Это что он делал? Спел песню, не знаю. Нет, это кушает. Нет, сначала он сыграл в веб-кэмп, потом пообедал, а потом отрезал все ненужное. Безусловно, мы в быстром режиме. А представьте, тут целая история. Тут
кубики, потому что кубики есть тематические. Вот, например, что у нас тут? А, это исторические животные, например. Это что у нас? Это тоже старина. Это кубики. Это спорт. Это опасности всякие. Ну, в общем, хоррор даже есть. Стрэндж. Еще английский надо. Смотрите, вот это основной, вот этот основной набор. Единственная проблема у этих кубиков, они такие приятные, что дети их носят с собой, берут без спроса. Поэтому их приходится иногда пересчитывать. Для этого лучше их хранить в коробочках, потому что в коробочке ровно на 9 кубиков и все положат на место. Это очень важно. То есть вот, да, вот такая вот у нас. Кубики можно будет потрогать после окончания мастер-класса, если захотите. Кладем мешок. Вот такая вот интересная. Вообще, сам Роли предлагал начинать вот эту историю со слов. Ну, что-то он так медленно не хочет нам переключаться. Еще раз попробуем. Он говорил однажды. То есть мы переключаемся на слове однажды. Однажды и поехали. В любом, притом можно даже дать одному и тому же эту историю рассказать в разном порядке. Это будет 10 разных историй, но совершенно потрясающих. Потому что вот это тоже инструмент. Развитие речи, к сожалению, это большая проблема. Знаете, в чем самая большая проблема современных детей? Они вообще не могут использовать предлоги. Предлоги – это большая проблема. Что в английском, что в русском, что в украинском. Не знаю, не крутится наша следующая. Почему не знаю, почему не знаю. Сейчас, еще раз. Игры у нас две игры на координацию, потому что тоже проблема координации очень большая проблема современных детей. Первая называется, не хочет, ладно, Туми Ишу, гора камней. Кто знает такую игру? Ну, вы знаете, наверное, игру башня, да, Дженга. А есть у нас гора камней. Если нам нужно научить ребенка тонкой координации, лучше это японской игры нет. Туми Ишу, гора камней. Вот у нас есть камни. Во-первых, в эту игру можно коллективно играть и создавать командные вещи. Каждый ребенок кладет свой камень, но он должен не упасть. Да? Так, сейчас вот даем две даже команды, и мы можем составить. Я волнуюсь, вы меня извините. Вот. Сколько у нас камней? Шесть. Нет. Ну давайте седьмой попробуем. Вот. Чудесная игра. Пробуйте. Они такие приятные тоже. Игра называется Туми Ишу. Можно перетасмять. Любой камни складываю. А где листочек, на котором надо регистрироваться? Где листочек регистрации? Уже два. Но это одна из игр, которая, да, координация. Вообще отрепетировать тонкую моторику важно для всех детей. Это действительно очень такой компонент, без которого, ну, в общем, положите. Потому что есть еще одна у нас игра тоже, и это и командная игра. Называется «Витимистакас». Команда у нас будет. Вот выбираете себе, возьмите себе зеленого стулья. Один цвет стулья, вы возьмите себе, например, красный, а вы синий. Все. Еще. Наша задача по очереди, ходя. Нет, ничего по одному. Вот мы будем командой играть. Нет. Кто-то первый.
кладет первый стул. Вот лежал на стене, значит, ему лежать. Второй должен положить стул так, чтобы он не касался ножками пола. И завис, да, но не упал. Все прекрасно. Не, нормально, нормально. Другой рукой стул второй брать нельзя. Только одной рукой мы это делаем. Не-не, все, да, нормально, чудесно. Поехали. Сейчас попробуем, получится ли у нас командная работа на этом. То есть я предугадать, чтобы и другому было удобно. Наверное. Это вот, кстати, это зависит от задачи. Мы можем предугадать, чтобы другому было удобно, или наоборот, чтобы он не мог положить, и я тогда выиграл. Потому что тот, у кого упало, естественно, он проиграл. Ну, мы можем договориться. Вот видите, правила мы можем формировать. Вообще, условия выполнения... Это вы нервничаете, не переживайте. Давайте поехали. Не-не-не, не придумала. Не-не-не, все нормально. Да. Нельзя, ну, мы давайте поменяем. Ну, чтобы понять. Можно ж протыкивать, вот давайте, смотрите. Можно? Конечно, нам же и нужно протыкивать. Вот так, да, зависает, ничего. Ну, все. Ничего, вы поняли, да? То есть вообще легко можно собрать из этого отличную пирамиду. Вот видите, как здесь показано, они зависают, можно даже вешать на одну ножечку. Это так прикольно получается, когда дети уже... Вот мы в это 107-й гимназии командную работу киевской делали. Просто это круто было, правда. Поехали дальше. У нас еще есть пару игр. Так. Все, кладем сюда наши стулья. Есть очень много балансировочных игр. Балансировочные игры очень полезны для психики, потому что мы устанавливаем баланс и для себя. Следующая игра у нас будет самая сложная. Игра, которую я обожаю, это игра сет. Это уже очень сложная комбинаторика, достаточно сложная. Но вы знаете, вот дети с синдромом Аспергера, аутисты вообще в нее играют, ну, на ура просто. Это реально очень хорошая такая игра, бывает для мозга. Да, вроде как карточная. Но смотрите, у нас есть, давайте перевернем следующий слайдик. Спасибо вам большое. Значит, у нас есть 81 карта. На картах нарисованы фигуры, простые, обладающие четырьмя характеристиками. Характеристики — это цвет, форма, количество и заливка фигуры. Четыре характеристики. У нас такая правило. Мы раскладываем, смотрите, давайте опять положим 12 карт. Вот тут уже можете подходить, смотреть. Это наша последняя игра. И мы должны создать комбинацию из трех карт, которая будет сетом. Они могут иметь или абсолютно одинаковые характеристики, или абсолютно разные. Я, конечно, не положила жадину. 12 карт. Смотрите, у всех карт одинаковый или разный цвет. У всех карт одинаковая и разная форма. У всех карт одинаковое или разное количество. У всех карт одинаковая или разная заливка. Как это будет выглядеть? Вот смотрите, вот это сет. Давайте. У всех карт одинаковая форма. У всех карт разное количество. У всех карт одинаковая цвет. У всех карт разная заливка. Вот тут можно сказать, тут количество видео двух одинаковое, третье другое. Это не сет. Вот это сет. Еще один пример сета, если нам позволит наш компьютер. Не позволит. Давайте пробовать искать сет здесь. Позволю. Не получается. Позволю. Да. Вот, смотрите, это сет. Все карты вообще разные. У всех карт разная форма. У всех карт разная заливка. У всех
и разные цвета. Это тоже сет. Это не сет, потому что у этих двух карт одинаковая заливка. Одинаковая заливка. Одинаковая заливка, одинаковая форма. Одинаковая форма. Это пустое. Ну вот тут этот вот сиреневый добавьте вот сюда и будет сет вот этот. Где? Вот к тем двум. Каким? Вот у вас он рядышком. Молодец, это сет. Да. Это все разное. Все разное, это и сет. Оно может или все быть разное, или все одинаковое. Одно разное, три одинаковые. Три разных, одно одинаковое. Два разных, два одинаковые. Но все, у всех как. Да, сет. Это тоже. А нет, стоп, да. Вот если тут есть, а нет ее. Понятно? И каждый раз мы докладываем карты до 12. Одинаковые. Видите, как интересно. Сет может быть, ну и все. Одна из лучших игр на комбинаторику. Математики обожают эту игру. Но смотрите, как вы сразу включаетесь. Вы чувствуете, как ваш мозг включается? Раз, два, три, четыре. Спасибо большое. Мы даем еще небольшую это на анкетирование, потому что мы в рамках. Да, сейчас я боюсь, что тут где-то листик не передали. Листочек регистрации. Да, пожалуйста. Да, подождите, еще один момент. Еще один момент. Смотрите, вот эта игра действительно стоит очень дорого тоже. Но я напечатала вот в типографии. У меня есть типография рядом. Вот такой же аналог этой игры. Если кому-то нужно, кто знает, где напечатать. Вот я могу прислать. Я есть в Фейсбуке. Вот мои визитки. Вот визиточку, можно, пожалуйста. Вот. Вы можете написать, я пришлю Игорь ссылки, что попросите, то пришлю. И презентацию тоже пришлю. А можно визиточку передать, пожалуйста? Да. Нет, это вот так. Девочки, можно визиточку, пожалуйста? Спасибо большое. Знакомы с игрой Memory? Это тоже, вот видите, вот попробуйте, видите, с рубашечками напечатаны. Знаете, Memory? По две карты раскладываем на столе на память. И, понимаете, все игры есть, да, вот сет есть в гаджетах. Но поверьте, играть в него реально, а, намного полезнее, б, намного приятнее. Плюс коллективно. Это всегда весело. И когда мы немножко в цейтноте пытаемся создать скоростной режим другой, то мы по-другому совершенно быстрее думаем. Можно, так, еще вам покажу. Смотрите, дети иногда нуждаются вот в таких гаджетах на уроке. Сейчас я вам покажу еще быстренько, раз мы уже уложились. Из тех гаджетов, которые вот есть, смотрите, есть дети-грызуны. Они все время грызут что-то. Вот видите, вот такие гаджеты, они одеваются на любой карандаш. Они моются, они безопасны. Это такая пищевая резина, которую можно грызть. Есть дети, которые что-то крутят. Вас раздражает и не щелкают ручкой. Нет, дайте им вот такой вот этот. Насадили вот опять-таки на карандаш. Можно и спиннер, но спиннеры в школе, понимаете, спиннер можно запустить и попасть кому-то, к сожалению, в голову. Да. А это такое безопасное. Есть вот такой гаджет, смотрите, это такая штука, видите, зашит маленький шарик в таком мешочке. И ребенок может сидеть, и зато он не кусает ногти, не берет руки в рот и так далее, и не жует одежду. Знаете, есть такие жеватели одежды. Да, конечно, пусть, но это, я же говорю, не всем. Есть вот даже такие гаджеты, это вообще такие. Вот ребенок может сидеть и крутить на пальце вот такую с резиночками штучку. Или вот такая. Да. Все можно трогать, пока это.
Все, может, это Ольга хочет ее нам. Сергей Лысочки. Я просто все уже задумываюсь. Меня можно приглашать в школы, я читаю лекции по нейро психологическому сопровождению обучения. Я из Киева, начинаю приезжать. Да, вы посыпи. Если в Харьков приезжать, мы не можем. Да, просто группа. И просто круто. Мы не всем, я ты мы не. Из